for somebody else. Enjoy yourself. Доброе утро, у нас 3 часа дня. И сегодня будет супер продуктивный день, только потому что пора уже отходить наконец от праздников и начинать работать, так как я все время гуляла, ходила по гостям, еще чем-то занималась, непонятно чем. И единственное, что я сделала, это я работала над вторым каналом, я туда выпустила несколько новогодних влогов, влогмасов, типа такого, о боже, как оно загибается. И также я прочитала одну целую книгу за 2 дня. Сейчас я привожу себя в порядок, только потому что я встала в час дня, так как вчера мы праздновали Рождество. Мне нужно будет сперва заполнить планер, я вам чуть позже покажу, как у меня все выглядит, очистить мой телефон, так как там нет памяти, чтобы снимать сторис адекватно, и очистить флешки для съемки, для фотиков, потому что я каждый раз забываю их очистить. Приступаем. Вот так вот выглядит мое рабочее место, только потому что я к нему не прикасалась около 2 недель уже. Нет, неделя прошла, каникул только. Сегодня у нас вторник. Вторник, 7 января. Вот, носки как бы лежат на принтере, надо принтер тоже прогнать сегодня. В общем, очень много дел, так что давайте не тянуть и сразу приступать. Планер. Следующее, чем я займусь, я наконец распланирую свои видео на январь-февраль, потому что у меня очень много планов, идей, и также распишу план своих постов, которые я буду выпускать. Это все я буду делать сзади своего планера, потому что я уже начала список. Сейчас вам немножко покажу, но сам список не буду показывать, потому что там мои идеи, которые я не могу, к сожалению, вам показать. Вот, внизу получается список, и это раздел для видео, а вот здесь сразу будет раздел для постов в Инстаграм. Я только что дописала там в конце ежедневника мои планы насчет постов и насчет видео, поэтому сейчас я буду закрашивать вот этот вот квадратик. Чем я сейчас буду заниматься? Мне нужно распечатать фотографии в виде полароидных снимков, потому что я очень давно уже собиралась это сделать, но буду делать сегодня, наконец-то.
Попытка номер 555. Что с этим делать? Если кто-то знает ответ, пожалуйста, напишите в комментариях, что с вот этим вот можно вообще делать. Почему он задвигает мне фотографии и печатает этот бред? Того, что принтер не захотел все печатать, у меня вышло пока что только вот так вот. Я не знаю, либо я пойду просто печатать, в общем, в студию, где печатями вот этими вот всякими занимаются. Очень хорошо объясняю, просто как бы уже спать пора, наверное, идти. А я тут резала, потом я обнаружила, что у меня ручка потекла, я ее выбрасывала и выбрасывала вообще вместе с ней все, что задели чернила. У нас уже как бы утро, уже почти 10 часов дня, и я собираюсь сейчас регистрироваться на пробное ЗНО. Смотрите, как круто это выглядит днем, мне безумно нравится. Теперь я с удовольствием могу вычеркнуть вот это вот из своего списка. Рассказываю, что я сейчас сделала. В общем, я тут немножко поснимала на телефон, но снимала я в режиме Instagram Stories, так что я вам здесь как-то вставлю, как это все получилось. Это такое. Это небольшое такое расписание, чтобы я могла четко ориентироваться, когда мне нужно посты выпускать, когда пиары нужно выпускать, когда у меня какие занятия, когда видео какие. Это, конечно, вообще прям идеальный план, и я очень хочу его придерживаться, но не факт, что я буду его придерживаться. Вот, и также вот здесь вот внизу я порасписывала названия масок для лица, которые я буду делать, чтобы их как-то сочетать, потому что у меня так получается, что я постоянно либо забываю их делать, либо делаю слишком часто, так не надо делать. Вот, поэтому вот такой вот я нарисовала себе, и сейчас я хочу сделать что-то по типу трекера привычек, который я повешу тоже где-нибудь здесь. А тем временем я успела написать, наконец, уже пост, который я обдумывала около недели, только потому, что я все еще сомневалась, покупать ли мне кое-какую вещь. Это был пленочный фотоаппарат, и я передумала, и сейчас вообще не жалею. Пост я написала, теперь, я думаю, буду, наконец, уже приступать к урокам, потому что за сегодня, за завтра и за пятницу мне нужно будет сделать абсолютно все уроки, так что идем в школу.
У нас, кстати, в школе в нашей также есть каникулы, просто меня в Инстаграме многие спрашивают. Вот, как вы видите, вообще нет никаких уроков, но зато есть у меня домашки невыполненные, которые я сегодня как раз-таки буду делать. И, кстати, пока я не забыла, хочу немножко вам рассказать о подготовке к ЗНО. У меня, допустим, в моем личном кабинете мы заходим вот сюда вот в курс и нажимаем, допустим, на подготовку к ЗНО по... Давайте посмотрим географию. И меня перебросило на подготовку к ЗНО по географии как раз-таки. Мне это просто безумно нравится. Я тут готовлюсь по украинскому языку, литературе, также по истории и по английскому я слушаю лекции. Но вот географию я не смотрела, точнее, один урок какой-то я просмотрела. Просто мне было интересно, так как я не сдаю географию. Но что мне реально нравится в моей школе, так это подготовка к ЗНО. И она абсолютно бесплатная. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит и что у нас есть. В принципе, все как и в обычных уроках. Видеолекция, например, для этого урока идет всего 13 минут. Дальше у нас идет главное в уроке, то есть можно посмотреть конспект. И даются дополнительные материалы, то есть дополнительные ссылки, которые... вы можете посмотреть, ну и учебник, вот. Но очень круто, что здесь есть именно видеолекции, которые мне очень хорошо прям помогают усваивать материал. И, наверное, сразу после уроков я буду уже смотреть подготовку к ЗНО с вами вместе и конспектировать темы по украинскому языку. А пока давайте делать домашки. Показываю вам свой прогресс. А где мой прогресс? Я, получается, написала всемирку, всемирную историю. Точнее, я переписала то, что мне было готовым. Я сперва делаю на компьютере все, то есть выделяю нужную мне информацию, как-то ее реорганизовываю, так сказать, и собираю в одно целое, и потом уже переписываю. У нас за все это время уже потемнело, и я включила снова мою гирлянду. Меня раздражает единственное в ней, это то, что поперегорали лампочки. В общем, она некачественная. На следующий год мне придется покупать новую, но все равно это создает просто безумно уютную атмосферу у меня сейчас в комнате. А тем временем я буду делать украинский по курсам ЗНО, которые у меня даются в школе. И, кстати, в Инстаграм я только что выложила пост. Вот мой Инстаграм. Можете заходить, я не знаю, что с Wi-Fi, но там очень много чего полезного и также очень много сториз, так что заходите, смотрите.
Вот так вот выглядит то, как я учу украинский язык сейчас. И также я немножко позаписывала сторис в Инстаграм, там по работе. Также поотвечала немножко менеджеру в Телеграме, потому что очень много вопросов, так как у меня сейчас опять снова набор на ГИВ. Очень много дел. Но украинский я не доделала, и буду его доделывать завтра. Но там осталось совсем немного, только прорешать тесты. Так всю тему я выучила, поняла, выучила исключение, так что все круто. И мне останется также прочитать произведение, но это я буду завтра делать в метро. Доживю? Не думаю. Я уже снимала, в принципе, на этом фоне, в этой кофте, итоги 2019-го. Но ничего страшного. Как бы на фоне изменения клетка для моих питомцев появилась. О каких питомцах вы можете узнать на моем влоговом канале, так что да, ссылка на него в описании. Также тут где-то появится подсказочка вверху в каком-то из углов, наверное, в этом, может, в этом, не знаю. И это было все видео, я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть Инстаграм, не забывайте, что у меня есть второй канал, там также выходит моя жизнь. Это было все, наверное, я буду заканчивать видео, сейчас я сделаю тренировочку небольшую. Всем пока, до новых встреч!